теперь на Славянский базар приезжают целыми звездными семьями. Сегодня сначала на эту сцену выйдет Кристина Орбакайте, а потом ее мама Алла Пугачева примет участие в бенефисе Максима Галкина, нового молодого отца. Давайте посмотрим, как это будет. Такой. Сегодня была Кристиночка Орбакайте и Галкин. Мы с удовольствием пришли с веселой компанией девчонок на их концерт. И, конечно же, хотим увидеть что-то новое. Что у нас привлекло? Это Алла Пугачева. Любимая жена моя, Алла Пугачева. Как я могла отказать своему любимому человеку? Да еще в таком городе, где мы с ним познакомились. Где он мне так не понравился. Кто такой? А правда, тот, который со мной был рядом, мне совсем уже не нравился. Алла Борисовна, это вообще кумир. Кумир. Это посмотреть на эту семью, ну, мечта. Мы приехали посмотреть на Максима, на Аллочку. То есть все-таки звездная семья привлекает общей своей парой? Ну, конечно, семья прежде всего. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.